Приехал домой за деньгами, телефон надо зарядить. Открываю дверь, а меня никто не будет встречать. Представляете, какой-то... Какое горе у меня. Обычно меня Тайсик встречает, а теперь меня никто не встречает. Нету Тайсона. Тайсик. Как же так случилось-то? Тайсик. Я здесь дома, Тайсон в больнице, в реанимации. Пока еще живой, дай бог выживет, нормально все будет. Состояние очень тяжелое у него. Всем спасибо, кто откликнулся на мою просьбу. Помощь деньгами. СМС-ки приходили, что пополнение счета. Но я пока ничего не смотрел, у меня в голове сейчас такая каша творится. Спасибо вам, что есть люди добрые. Берегите своих собак. Я никогда не думал, что со мной такое может быть вот на ровном месте просто. Ведь Тайсон у меня послушал. Ну как, почему с Тайсоном? Тайсик. Тайсон. Тайсон. Теперь я один, у меня никого нет, у меня никто не встречает. Тайсик здесь спал. На этом кресле. Теперь он в стационаре. Я домой приехал. Зарядить телефон нужно. И денег отвезти им. Взять документы, деньги и отвезти обратно к вечеру. С 6 до 8 посещения. Все зависит теперь от Тайсона, от его здоровья, как он выкарабкается или нет. Они смогли все возможное, врачи сделали. Операции сказали, пока не потребовалось. Бедный Тайсичка, это все на моих глазах случилось. Черная полоса прям какая-то у меня в жизни.